Так, всем доброе утро, пацаны, пацанес, девчонки, девчаты. Так, двигаемся, ребята. Возил Ромайку битовку с морской террасы, сейчас будем камень забирать. Камень будем забирать и куда-то рэпера везти. Будет два камня, ну по весу каждый больше 3 тонн. То, что я не могу говорить, я не помню. Эти камни я выгрузил. Один почти до 4 тонн весит. А второй где-то 3 тонны. Может меньше чуть-чуть. И может и больше. Мы сами когда разгружали, мы сами в этот... Есть электронные весы, взвешивали мы сами камень. Ребята, заранее говорю, что болею, поэтому голос и кашляю как бы у меня что-то будет мешать на съемках. Ну, постараюсь более-менее нормально снимать. Сейчас налево, хотел сказать направо. Сейчас налево вот сюда. И вот надо будет сейчас погрузчиком убирать вот раз, два, три поддона. Сейчас камни я покажу, какие будем забирать. Короче, камень будем забирать вот этот. Вот этот и вот второй. То есть вот этот и вот этот. Так, где здесь у него должен был написано, сколько весит? Или уже не видно ничего? 3720 весит. 3720 здесь нету. Вот 3930, ну грубо сказать 4 тонны получается. Вот этот 4, то 3, но он чуть больше выглядит, чем вот этот камень. Вы тут смотрите, этот большой, ну меньше по весу, меньше чем тут. А вот этот с Кавказа, то есть с Дагестана. С Краснодара, с Дагестана возят. Талгар. Все, сейчас будем ожидать клиентов, пока приедет. Сказали, что он тоже будет на погрузке. Сейчас посмотрим, во сколько он будет-то. Конечно, пацаны.
Так, вот и загрузили, ребята, вот 8 тонн получается, вот эти два камня. Сейчас выезжаем, рэпину дачу надо вести. По погоду что-то испортился опять. Утром встал, было солнце, а сейчас уже начал опять. Камень без установки, без ничего, потому что его надо куда-то далеко, дальше руками будут экскаватором, руками как-то его будут отдвинуть. Говорят, мы сами даже не знаем, как ее будем двигать. Аккуратно, медленно, потому что здесь камни тяжелые, чтобы не упал с кузова. Вести сейчас покажу. Так. Прямо 19 километров. Общий 20 километров проехать. То есть получается. А, нам через Скандинавию было показано, но через Скандинавию это сказали, что вот здесь, вот где мост. Я там не проеду, там стоит. Так проще, да, видно? Говорили, что вот здесь мостик, мне там не проехать, вот здесь.
по высоте, там ограничение стоит. И узковато. Поэтому навигатор что-то сейчас отменить. Выписка дача. Нажали. Выписка дача. Сюда. Маршрут. Вот. Берегите себя. Оплачивайте топливо. Показывает через Смагину. Также надо выезжать на Скандинавию. Вот. И направо. Это не наш вариант. Вот через Денис. Километраж тоже самое показывает. Просто по Скандинавии 17 минут. Можно пораньше доехать, ну там 10 минут разницы. Потому что вот там только по Скандинавии ехать и направо, и все. Просто там действительно, что мост не проехать. Поэтому через Линск. Ну и доезжая Репино налево. По грунтовке еще чуть-чуть ехать. Двигаемся уже на грунтовке, показывает 2 километра 200 метров. Это не точка, это просто Рэпинский дача. Дальше уже куда надо будет позвонить, узнать. Алло, да, я вот повернул налево на грунтовку. Дальше куда надо будет ехать? Прямо, да? Вот. Ага. Какой участок? Третий участок, Дмитрий. Я вас понял, хорошо. Спасибо. Третий участок, Дмитрий. Знаешь, навигатор правильно показывает. Сейчас здесь дорога так более-менее, а раньше здесь был вообще ужас. Да, что-то объяснили, вроде понял, но что-то не туда заехал. Оказывается, навигатор правильно показывает. Надо сейчас вернуться обратно. Ну, я далеко не поехал, как бы налево повернул и позвонил сразу. Я слышал, что надо... У меня сейчас с той стороны столбик, но вам это не видно, этот столб. Я думал, надо с него налево сразу. Пока с ней вот забор стоит сейчас. Ну, через 420 метров. Через 400 метров налево. Да, здесь метров... Метров 700 вот. Дорогу тут начал уже конкретно, как бы надо очень аккуратно двигаться, чтобы камни не сломать. Тут задерживали где-то час. Задерживали тут где-то час. Так попробовать. Люди знают, что сейчас приедет машина с камня. Тут ничего не подготавливали. Только начали думать, куда надо разгружать это все. Поэтому я быстренько как бы разгружал, потому что сейчас надо вернуться на базу опять, загрузиться и город. Сейчас вот этот кусочек проедем и дальше уже нормально будет все.
что, ребята, вот загрузили три мешка. Короче, выезжаем с базы сейчас. Надо будет останавливать где-нибудь покушать. Двигаемся на Каде уже. Нам остался 17 километров доехать. Ну, я знаю, куда ехать. Вообще, мне скинули точку, где стоит машина фура. Ребята, уже подъезжаем сейчас. Показывает 400 метров направо, налево, направо. Налево, и ну, нам вообще остался 800 метров, где машины стоят. Ну, машина стоит, не машина. Вот, сейчас нам налево здесь. Поверните налево.
машина стоит. Так. Поверните налево во двор. Двигаемся обратно уже с грузом. Так, у нас получается так, смотрите, ситуация была. Быстренько разгружал машинку, потому что машину надо было освободить. Должен был, чтобы 9 у него была погрузка на Софиску. 8 часов надо было его быть там, чтобы переоформить документы и поставили на погрузку. Поэтому время не было быстренько, поэтому разгружал, не снимал. Сейчас двигаемся обратно. 7 поддонов выгрузил, 2 поддона забрал обратно на перамайку. Сейчас доедем до базы. Как раз не знаю, сколько весит поддон. Ну так примерно как бы на мой взгляд около 2,5 тонны каждый поддон весит. Может там чуть побольше, может даже меньше. Сейчас уже мы на ЗСД двигаемся. Сейчас будем выезжать на Скандинавию. Так, если на личном проехать, 3 оси, 3500. 3,50. А проехать всего лишь тут пару метров. Километров. Тит-тит-тит. Интересно, сколько там загрузили лесовоза.
за ним еще чуть-чуть проеду, может он... Сейчас мы потихонечку поднимаемся, на... и сейчас будем спускаться. Если он так будет продолжать ехать, тогда мы там пойдем. Просто он сильно груженный, поэтому не хочу им гонять, и потом он начнет быстро ехать. Короче, пипец, колесо взорвался, вот. Вот этот. Все согнул. Как-то надо доехать до базы. Не получится. Лом нету у меня. Как можно его подправить? Как-то так получилось. Самое главное, чтобы нигде не зацепил на колесо, чтобы не хотя бы не скорчить брызговики. Снимем. Завтра снимем это все по краю. Вот зараза. Вот он. Что он натворил? Кошмар. Ай-яй-яй. Это все потратить просто лишнюю работу просто. Открыл, собираем нас. И все. Губа здесь согнулся. Да, вот. Губа согнулся. Алан, уже выключен, да? Да, да, снял. Ага. Хорош. О.
Сделай так, виси, чтобы на меня смотрел, пожалуйста. Виси? Да, а то он как-то снимал, вообще не видно, наверное, его. Короче, ребята, каждый потон, я думал, 2500, ну, 3 тона почти весит, 2960. Завтра, если дожди не будут, тогда придется кузов снимать и делать машину. И делать. Камера передает или нет, ну да, ну где-то 3 тонн.
А, чувствуется, когда машина начинает на бок валить. Однако второго колеса нету. Ребята, выгрузили. Все, всем приятного просмотра. Лапочку задавил, тоже надо менять. Всем приятного просмотра. Увидимся. На следующем ролике. А завтра будем как-то снимать кузов. И вот это все исправить, подправить. На место поставить. Личная работа просто открылся для нас. Ай-яй-яй-яй-яй. Ничего страшного. Самое главное, чтобы никто не пострадал. Так что опять всем удачи, всем мира. Давайте, ребята.